«Чук и Гек», «Горячий камень», «Тимур и его команда» — на этих книгах выросло не одно поколение. Произведения Аркадия Гайдара не только вошли в школьную программу и активно экранизировались, но и были переведены на несколько языков. Почтить память мастера слова в библиотеку имени Асеева приехали родственники знаменитого писателя. Напомню, 22 января исполнилось 110 лет со дня его рождения. Павел Гайдар с раннего детства гордился прадедом. Любимое произведение Тимура и его команда перечитывал не раз. Именно эта книга когда-то побудила юных читателей помогать ветеранам и пожилым людям. Повесть фактически положила начало тимуровскому движению. Герой вдохновил на добрые дела и потомков писателя. У меня бывало часто друзья по институту просили помочь. Там, кому-то подсказать задачкой, кому-то что-то помочь написать, какую-то работу. Я, честно, помогал, находил время. На встречу в Курск приехали правнуки Петр и Павел, племянница Светлана Караваева, а также биограф Борис Камов. После они отправились во Львов, на родину мастера слова. Почтили память Аркадия Гайдара и побывали в доме, где родился писатель.